У нас сейчас еще два самолета в зоне ожидания, они тоже уже идут с задержкой. Ну, соответственно, как бы они пока не могут сесть. Те самолеты, которые к нам должны прибыть и, соответственно, задержаны, вот те же направления будут задержаны и на вылет, соответственно. Ну, то есть, если к нам поздно прибывает самолет из Шереметьево, то он туда, соответственно, позже и вылетит.